Адель. Да, давай. Отвлекли львов, да. Туристы помогают. Аделя, лови. Все. Не уходи, мы тебе еще дадим. Рыба моя, не уходи, мы тебе еще... Адель, как уши, тут мы тебе еще дадим. В общем, по одному кусочку они убивают, бедненькие. Хорошо, туристы помогают, да, отвлекать львов? Туристы помогают. Сегодня такие туристы хорошие. Ага. Ань, вот по половинке я кидаю, чтобы легче было через Да, сюда. Да. Ай, мама, а вот там Зевс и Алекс молоденький, скорее всего. Вон они, но они не подойдут. По половинке кидаю. Угу. Мам, это последнее осталось, да? Я не знаю, сейчас. Ну, у нас же там еще есть, сейчас прибьем. А, у нас еще есть. Мы же не можем. Просто здесь с Алекс, вон они сидят, но они не подходят. Молоденькие, вот там дальше. Мы же еле-еле летели. Тяжело, мы так полно загрузили, да. Да. Утром и вечером закупили. Сегодня курочки, мясного рынка нет, спонтизатора будут у нас и рулечки там, и мяско будет. Разнообразие. Да, завтра мы заказали. Сегодня выходной день. Ой, Алекс и Зевс, Тань. Как бы их туда. Ой, сейчас будет бой, не надо тихать. Мама, ты оставь. Я вот оставить, да? Оставь, мы пойдем, и они пойдут за нами. И мы им кинем. Оставь, все, мы здесь всем хорошо дали. Аделюшка кушает. Ну все, личик угостили, туристы помогали отвлекать, как могли, спасибо им за это. Делюшка.